Хей, ребят! Всем привет, с вами я, Майк Веном, и это канал Пиксель. И сегодня 29-й обзор официальной коллекции комиксов «Звездные войны» от издательства Diago Stini. 29-й выпуск имеет название «Тени Империи» и включает в себя два комикса, которые являются адаптациями фильмов. Ну а перед тем, как мы начнем, я хочу напомнить, что первая ссылочка в описании будет ссылочка на донат. Кто поддержит канал донатом, с тем и прибудет сила. Ну а мы начинаем. Ну и начнем с обложки. Тут у нас изображена Империя и корабль Люка Скайуокера. Таким образом вот выглядит корешок. Если вы не знаете, что это такое, то тут собирается надпись «Звездные «Звездные войны. Коллекция комиксов». И на обратной стороне красуется Боба Фетт. 2400 экземпляров. 223 страницы чистых комиксов плюс дополнительной информации и галереи иллюстраций. Включают в себя два выпуска, две адаптации культовых фильмов. А именно «Тени Империи», комикс 1996 года, и «Возвращение джедая», комикс 2003 года. После схватки в облачном городе Люка Скайуокера гнетут мысли о Дарте Вейдере и о собственной судьбе. Однако, в первую очередь, Люк и его друзья должны спасти Хана Соло. Император привлекает в союзники главу преступной корпорации «Черное Солнце» – принца Ксизора. Между Дартом Вейдером и Ксизором завязывается опасная соперничество, жертва которого неминуемо должен пасть Люк Скайуокер. Обе истории разворачиваются под сенью зловещей второй звезды смерти в тенях Империи. Люк начинает свой путь к судьбоносному поединку с Вейдером, а повстанцы к битве при Эндоре. Исход и того, и другого нам хорошо известен. Однако дорога к этому исходу куда более извилиста, чем мы привыкли думать. Ну давайте перейдем к галерее иллюстраций. Понятия не имею, почему здесь Marvel, потому что вроде бы я, когда смотрел информацию, данные комиксы выпускало издательство Dark Horse. Список заполняющейся коллекции. После следующей двухтомной арки будет обзор на собирающуюся фреску. Также, если все-таки вы пропустили предыдущий выпуск номер 28, а именно «Восстание. Часть 2», то прямо сейчас по подсказочке вы можете перейти посмотреть его. Также следить за моим каналом, не пропустите 30-й выпуск. Ну а на этом все, вот такой вот получился обзор. Не забываем то, что в описании, первая ссылочка в описании будет ссылочка на донат. Также не забываем про лайки, не забываем то, что серая кнопка подписочки намного лучше, чем красная. Ну а вам всем спасибо за просмотр, всем удачи, до новых встреч и пока!